добрые были времена. Да. Всем привет, с вами Однорукий Борис. И мы с вами продолжаем проходить игру под названием Stronghold. Мое почтение, ваша цитадель ждет вас. Да, в прошлый раз я неожиданно для себя прошел со второй попытки 15-ю миссию, пробиваемся к болотам называется. Вот, это было непросто, я помню, очень долго отходил от этого, потому что всего трясло, немножко переволновался, давно у меня на самом деле не было такого с играми. Это только если в далекой юности, когда окунался в какую-то игру, и мне было и страшно, и интересно, и я очень сильно переживал, вот. А тут, как бы, столько игр на канал прошел, вот. Здесь до этого 14 миссий тоже прошел, и то есть не было такого мандража, как в прошлый раз. Как будто мне вновь лет 10, вот. Ну, короче, такие вот дела. Ну, а сейчас мы продолжаем и начинаем 16-ю миссию, которая называется «Отступаем с боем». Вот, и будем сейчас слушать, что нам тут расскажут. Вот, потому что в конце прошлой серии, вы помните, я все это быстро-быстро пропустил. Я надеюсь, что сейчас все это опять расскажут. И ничего мы не пропустим. Часть за короля и королевство. Буквально на следующий день после устройства лагеря к вашему войску присоединяется странник в капюшоне. Вот мы и встретились. Наши братья долго молились, чтобы вам удалось добраться сюда благополучно. Мы рады, что вам пригодились представленные нами сведения, но теперь наш черед просить помощи. Герцог де Трюф пытается добраться до тайных документов, хранящихся в нашей библиотеке. К счастью, сейчас его войска по ошибке ищут их не там, где нужно. Братья собирают средства, чтобы укрепить старый монастырь, где хранятся рукописи. Однако у нас не хватит сил выдерживать его атаки хоть сколько-нибудь долго. Мы надеемся, что вам пригодится найденный нами секрет огненной реки, и вы сможете удержать его там. Я трачу время зря, Детрюф. Найдите их и уничтожьте, а у меня найдутся дела поважнее. Это будет славная охота. Я выслежу их, поймаю, а затем позабочусь, чтобы они умирали долго. Вы должны сдерживать кабана, пока монахи не наберут достаточно камня, а затем отступайте. Основное ваше преимущество – болото. Это и естественные препятствия, и источник смолы. Монахи открыли вам секрет огненной реки, так что наполненные нефтью рвы сослужат вам хорошую службу. Кроме того, в этих местах хорошо плодоносят яблони. Короче, вот нам все объяснили. Теперь мы умеем поливаться... как это называется-то? Маслом? Подожженным, да, поджигать нефть, все дела. Вот, короче, нам нужно 100 камня набрать. Это не такая уж и сложная цель. Вот. Давайте, так, ППП, пауза, хорошо. Что у нас тут есть? Так, тут деревья. Так, а где камень? Камень я не дам, да? Так, а где камень-то?
Прикиньте, а я еще и забыл, как тут это самое. А, подождите. Нет, это не камень. И это не камень. А, вот он. Так, а это кто такие? Так. Да. Как мы готовы? Можем помочь. А, слушайте, это монахи. Да поможет нам Бог. А, так, хорошо. Это самое. Это... Здесь нет работы, милорд. Нефтяная скважина. Здесь нет работы, милорд. Молочная ферма. Так, хорошо, давайте. Построим парочку хижин. Вот так, вот так. Да? Значит, так. Часовня, церковь. Я пока не знаю, строить это или нет. Каменоломня. О, тут еще и железо есть. Так, а я забыл, где тут у нас это самое... Камень. Я опять его потерял. Что такое? А, во... Ё-моё, вот. Вот он, камень. Раз. Два. Три. И давайте здесь... Вот так. Окей. А теперь где мы? Камень у нас сейчас будет. Так, у нас что тут? Здесь нет работы, милор. Мастерская стрельника. Здесь нет работы, милор. Так, а я забыл, здесь что у нас нет тут? Работы, милор. Значит, вот этих вот. Дерево. Дерево. Дерево нужно. Ну, по крайней мере... Так, это что они несут? Доброе утро, ваша нефтяник. Светлость. Офигеть. Так, а у меня... сбор дерева есть? Ой, лесопилки еще. А, лесопилки у меня тут это самое, да. Собираются, хорошо. Какие послания от кабана? Кабан. Как бы ты хотел умереть? У меня есть множество различных идей. Так, подожди, друган. Мне сначала нужно понять, откуда ты придешь. Потому что обычно... А, вот. Вот отсюда у нас будет приходить другалек этот... вот так вот сделать. Вот так. А вот сюда уже камня не хватит. Хорошо. Так, и на самом деле мне бы... Камень бы защитить по-хорошему, да?
Так, хорошо, окей. Давайте... Нас атакуют войска кабана! Опа. Да? Лучники готовы. Мы идем. Можете рассчитывать на нас. Так, где вы? А, вы вообще... Мы уже идем. Ребята, ну, такие... Так, вы лучше идите сюда. Мы на вашей стороне. Вперед, договорились. Ага, вот они. Да поможет нам Бог. С нами Бог. Как мы не можем помочь, будет сделано. Офигеть, они какие-то... Вперед. Они какие-то вообще стрёмные. Хотя там парочку из них... Это самое... побили, хорошо. Так, окей. Меня эти ребята отвлекли. Я хочу, знаете, что сделать? Давайте часовню построю, на всякий случай. Хотя нет, не надо. Рано. Рынок. Ага, слушайте. Так, окей. А, вот это вот я бы... Хотя нет, не буду продавать. Это что такое? Хорошо, неважно. Окей, тогда... Яблоневый сад. Короче, да, строим... Не хватает дерева, милорд. Все, дерево кончилось у нас. Слушай, королева... Леди, что ж ты по болотам-то по поезду ходишь, а? Встречается с народом, говорили, да? Кто? Ты кто такой? Непонятно. Хорошо, ладно. Можно вам вот сюда поставить одного. Вот. Так, и чё, и где... А, вот оно, дерево, несут. Мне интересно, кто вот это? Так... А, это, понятно, это торговец. Хорошо, окей. Блин, вот по этим болотам они что-то очень долго ходят. Так, а у меня тут есть это самое? Куда оружие складывать-то? Слушайте, у меня, по-моему, этого нет, поэтому давайте я это самое построю.
Казарма. А, у меня же еще и казармы нет, нифига себе. Запасы дерева. Небольшой отряд кабана приближается к замку. О, блин. Так, вот, отлично. Есть дерево, короче, несут нам. Так, а вы где, я не понял. А, это пока они еще не пришли сюда. Хорошо, я понял. О, отлично. Ставим. Вон сразу понесли. Так, и казарму ставим. Отлично. А, так, золото. Внимание! Нас атакуют войска кабана! Ничего, ничего. У меня тут один арбалетчик. Но мы на вашей стороне. Да поможет нам Бог. Вперед. Так, о, их тут уже больше. Так, копейщики тоже ходят. Так, леди, давай-ка ты побыстрее пойдешь, а то тут... Не, ее сейчас догонят. Нифига себе, они леди убили. Ух ты. Так, хорош. Идите-ка вы сюда. Хотя, с другой стороны, чего? Знали Бог. Мы отпустим его. Молитесь. Враги не выдержали нашего натиска. Вперед. Блин, ну еще одного потеряли. Поможет нам Бог. Что-то как-то мне это не очень нравится. Так, на самом деле тут еще и железо есть. А, может быть мне еще... Так, на миноломне. Нужно дерево. Дерево нам надо. Так, хорошо, а что у нас тут? А, можно продать. Вот это вот можно понапродавать. Вот, и... Вот так вот накупить. Не хватает золота. Вот. И кого? У нас теперь золота не хватает. А, что мы еще можем продать? О, мы можем вот этого продать. Не хватает товаров. Окей, и теперь... Не хватает рекрутов, сэр. Рекрутов, блин, не хватает. Не хватает рекрутов. Сейчас мы этих рекрутов наделаем. Раз, два. Все. Рекруты должны быть. Внимание! Нужно золото. Так. Но... Золото мы сейчас
Разберемся. Так, окей. Ну, вроде, смотрите, лучники есть. Я бы на самом деле еще бы тут... Хотя, смотрите, вот этих вот давайте мы... Мой лук, вашим услугам. Мы уже в пути. С другой стороны, блин, я не знаю, может быть... А, это, наверное, уже никак и... Не сломаешь, да? Хорошо, можно попробовать вот так сделать. И вот... Нужен камень. А, камень. Блин, потратил камень. Сэр, на плечо. А, они просто так сюда не влезут, хорошо. А, так, так. Попробуем. И... Вот так. Допустим. Криво-косо, но... Хоть... Сколько-то. Не понял. Вот, а сейчас... Смогите? Внимание! Не понял. А, так, а я тут забыл, как вообще ломать. А, вот, удалить. А, можно еще и вот это вот все удалять. Я понял. Сейчас тогда попробуем еще раз все построить. Вот. Провизии осталось мало, повелитель. Вот так? Подожди, с провизией своей. У меня тут... У меня тут важное дело. Не хватает камня, милорд. Ах ты, гадость какая. Ладно, окей. Милорд, уже идем. Так, поднимайтесь тогда сюда. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Так, провизии, говорят, мало, да? А, сейчас я вот это вот... Не продаю. Хватает товара. А вот... Вот это вот давайте... Куплю чуть-чуть. Так, у нас еще дерево дофига на самом деле. Не хватает товара. Так, не туда. Опять не туда. Не хватает товаров. Так, теперь. Нас атакуют войска кабана! Не хватает оружия, сэр.
все окей. Вот этих вот ребят мы выделяем. И вот сюда ставим. Вот. Теперь я хочу просто копейщиков сюда поставить. Да. Наших воров с камнями расстреляли нафиг. Они какие-то... А, слушайте, они с алебардами? Нифига себе. Так, хорошо, что у нас там это самое? Провизии осталось мало, повелитель. Сейчас, сейчас провизию твою сделаю. Где-то тут железо, где железо? А, вот железо. Вот так, вот так. Вот так. Нужно вот дерево. А, все, да? Ну, хоть как-то мы будем добывать железо, да? Провизии почти не осталось, милорд. Так, дерево поставили, теперь провизию надо, да? Не хватает дерева, милорд. А чё не хватает-то? Тут это самое. Давай, давайте хлеб буду делать. Где тут... На хлеб у меня не хватит. Вот только вот на булочную хватит на одну и всё. Да, вот. Ну, на самом деле, пока что мы это самое. Нормально все у нас. 100% 500 денег. Главное, что тут нам камни не это самое. Не убивают. Да, тут бы, блин, валов. О, кстати, это самое, провизию можно построить сейчас. А нет, нельзя. Не хватает. 4 дерева не хватает. Ладно, тогда сейчас построю валов. Ага, одного хватило, блин. На дерево. Хорошо, нам сейчас вот это вот. Не хватает товаров. Окей. Значит,
О, дерево у нас пока что есть. Так что делаем так. И на оставшееся дерево мы с вами сделаем 4 вала. Раз, два, три, четыре. Все, окей. Так, казарма. Внимание! Отлично. Ой, провизии-то у меня вообще нет. Еды. Не хватает золота. Все. Пускай сыр едет. Вот. Ой, ребята, что вы что тут? Делать? Выступаем. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Есть ваша светлость. Вода готова. Мы уже идем. Выступаем. Так, стойте пока тут. Сколько у меня? 32 камня, ё-моё. Это мне, блин, сколько... Сколько надо ждать еще? Тут вон, смотрите, сколько камня, ё-моё. Так, еще два вала можно сделать. Так, а у меня камня хватит на защиту. Точнее, не на защиту, а вот... Вот на это вот. Так, где тут у меня? Так, допустим. Готов, сэр. Ой, слава богу. Просто тупо больше поместится. Нужно золото. Золото надо, ладно. Гильдия инженеров. Так. Кстати, на самом деле можно что-нибудь, конечно же, продать. Не хватает товаров. Вот, и, например... Ага. Ясно. А, хотел на башню. Если я... Нет, я лучше не буду. Не буду этого делать, не буду тратить камень. Вот, я лучше попродаю тут... Не хватает товара. Вот этого вот. Понакупаю. Вот так вот раз. Вот так вот два. Цена 20, да? Теперь нам опять нужно золото.
что... деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Продажа. Не хватает товаров. Так, все продаем. Не хватает товаров. Ну и раз кабана видели, значит... Не хватает рекрутов, сэр. Так, последних троих сейчас. Все, окей. Выделяем вас. Нас атакуют войска кабана! Шагом! Марш. Ничего страшного. Оля, у них уже много ребят. Так, а камня у нас сколько? Наш золотой запас стабилен. Хочу узнать, сколько у нас камня. Не хватает товаров. Непонятно, сколько у нас камня. Вот этих вот ребят надо чуть-чуть поближе поставить. Победа? Нифига себе, это я вот так вот быстро собрал камень, потеря войск 16%. Ух, слушайте, неплохо, неплохо. Я думал, что будет намного дольше у меня серия. Выполнив задачу, вы под прикрытием темноты отступаете в густой туман. За спиной вы слышите злобные крики людей кабана, которые обыскивают оставленный вами монастырь. Используйте имею. Так, окей. 17-я миссия. Так, давайте я быстренько посмотрю, что тут. Используйте имеющиеся средства, чтобы укрепить и отстоять. А, это укрепить и отстоять. Ничего там сложного, наверное, не будет. Вот, короче, такие вот дела у нас получаются. Вот, собрали камень. Как говорится, камень я не дам. Как в том старом меме, да? Короче, не такая уж сложная миссия, хоть она и вышла долгая, возможно, очень скучная. Но, ладно, пусть, возможно, эта серия будет, как и Fallout Shelter, способствовать сну, да,
все будут засыпать, смотря данную серию. Короче, это была игра Stronghold. Самая первая. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.